всякие. Где закрыто, ты говоришь, было, там они, проход. Они, мама, мы когда медведи проходили, они шли назад. Ага. Бизнес вообще катастрофа. А она тут и не работала? Я нет. Даша в первый раз здесь. Да. Эрстемаль. Да. Так что у вас много общего. Я знаю, что надо придумать. У меня что, змея? Угу. Надо, короче, какую-то херню придумать в виде, типа, этого яда, куда-то в руку себе, знаешь, типа, вот это засунуть, а потом опа, здороваться, и там вот так лежала, опа. Мы можем вот так пройти. Ну, хотя там, да, она ничего интересного. А что? Ну, мы там просто не проходили. Ну, ладно, сюда пойдем, сюда. Неохота обходить. На птичке, наверное, только. Там, да, что-то, ну, эти какие-то, да. Блин, почему носороги? Пошли, мы можем сейчас еще раз бегемот может выйти. А мы тут были? Мы, это бегемотник. Но бегемот там ел в это время. Он сейчас, может быть, уже поел и выполз. А, ну давай посмотрим. Сейчас посмотрим. Это не мошки, это пух летает. Нет, это мошки, мама. А, мошки? Мошек не перед глазами не увижу. А. Еще целых полтора часа. А, ну так. Ну, час, грубо говоря, да? Да. У тебя же здесь близко. Ну, да, не так. Джакузи. А, вон. Ура! Бегемот! Ура! Только спрятался, конечно. Ну-ка, мама, хоть вылез. Отдыхаем. Гиппопотамо. После вкусного обеда. Вытрем ручки об соседа. Ай. I'm so sorry. Кстати, вот здесь электричество проходит. Вот. Вот это вот. Электричество. Ток. Чтобы никто не... Нет, чтобы не он не набросился. А его ударит? Но они же хищники. Его ударит только. Чертия. Вен. Катастрофа. Видно, животное. Ну, у него же должен быть инстинкт самосохранения. Ну, там ближе будет, смотри, с той стороны. Угу. Уже его подходили, а потом... Блин, а вот это контактный зоопарк, нет? Да, контактный зоопарк. Супер. Контактируем. Я кинул контактируем. Давай бегемота вначале. Давай, давай, давай бегемота, давай, пока давай, он тут бегемота, лежит. Пока. А то он сейчас лежит, а потом не лежит. О, 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 о. Гуд. Бегемотик. Хорошее место. Покушал и спать. Молодец. Красавчик. Дикий. Может, платный? А это что тут это? А, виси. Туалет. Туалет кому-то нужен? Прикольные, да, такие эти бунгальчики. Вот павлины белые, да? Или он не работает? Он, наверное, не работает, наверное.
Шановні відвідувачі, у разі повітряної тривоги, будь ласка, організовано контактувати з зоопарком і пройдіть у найближче укриття, що розташоване на станції метро «Університет». Знаходитися на території зоосаду під час повітряної тривоги заборонено. Будьте свідомі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Там козочки, овечки, курочки, павлінчики. Мені кажется, що вони працюють. Закрыто. Кукареку. Я хотела потрогать. Даша. Страусы вышли. Пасутся на лугу. Боже, худой, посмотри, ребра аж просматриваются. Что так не кормит их? Ну, у него явно проблема. Птичка пролетела. Да нет, посмотри. Нагадуємо про те, що зараз зоопарк працює у адаптивному режимі. Тварини звикають до нових локацій і до присутності гостей. Зона отдыха. Архитектура. Архитектура. Психи, психи. Нервно сейчас это не реально никуда идти, ну чисто. Чисто газ уже. Четыре стена, братан. Кожирем. Тихий час. Лёвы спят. Красавчик. Киса. Какая киса? Хочется такую кису? Да нет, что-то большое. Великовато будет, да? Я могу, конечно, по стёклышку ногтями постучать. Может, он реагирует, просто не знаю. Вот так. Чуткий сон. Ой, крепкий сон. Заглядывает, есть хочет. Худой тоже, Даша, обрати внимание. Да. Есть хочет. О, да. Попробовать свою пасть. Что-то он маленький, мам. Он маленький. Подросток. Большой сдох. Я думаю, это или подросток. Продали. Был здесь большой. Это маленький, он типа ребенок еще. Шановні відвідувачі, при виникненні позашкільних ситуацій, нещасних випадків, або якщо ваша дитина заготувалася до волонтерів, їх легко впізнати по зеленим вишням. Ой, здорово. А вон львица. Ага. Я только видела тут львицу, маленькую. Опа, мандарочка. Хотя бы чуть-чуть. Брыхнут все, да? Угу. А львица что-то голодная, кстати, заметили? Да.